Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Хочу показать вам, что бывает с томатами, если пустить их на самотек. Я честно говорю, я это сделала не специально. Просто не хватило времени их вовремя обрезать. Все пасынки, все лишнее. Сейчас я вам покажу разницу. Обработанную часть и необработанную часть. Это кошмар. Вот это все лишнее я удалила. Тут одна сторона. Стоят они здесь довольно-таки свободно, проветриваются. Конечно, в теплице все равно жара. И поставили вентилятор, чтобы охлаждалась я и томаты. А вот на этой стороне лес дремучий. Я не успела вовремя все обрезать. И теперь здесь джунгли. Вот сейчас буду все исправлять. Одна сторона и вторая сторона. Посажены все одинаково, с одинаковым расстоянием. Только здесь им хорошо. Все дышит, проветривается, солнышко. А здесь беда бедовая. За этим лесом даже не видно помидоров. Ну, вам покажу, что получилось. То есть вот здесь пасынки. На пасынках сидят. И пасынками погоняют. То есть вот, беру пасынок и обрезаю. Вот и здесь много, и сорняки полезли. Еще один. Сейчас они маленькие, потом из маленьких будут большими. Заодно вот листья лишние тоже подрезаю. Чтобы проветривалось внизу. А то с этим лесом недалеко и до фитофторы. И по такому принципу сейчас буду их все обрабатывать. Ну вот так вот получилось. Внизу сорняки убрала, пасынки лишние убрала, переподвязала их, и теперь стало вполне прилично. Теперь даже можно рассмотреть помидорки. Вон там. Вот такие. И очень много черри. Черри очень много. Так что не забываем вовремя пасынки удалять, сорняки и чуть-чуть подрезать листья. То сейчас вот у них ноги открыты. А потом постепенно все выше, 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 выше. Где-то по пол листа можно удалить. Таким образом будем ходить от фитофторы. В том году у меня ее не было. Вот так свободненько все растет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи. Пока-пока.